Итак, народ, ну что ж, я решил поставить вот этот мод, так как мы знаем уже, как компьютер, собственно, себя ведет на уровне сложности немножечко, сейчас скажу, каком. Нет, конечно, меня это очень сильно добило. Хочу проверить, собственно, до конца. Уровень сложности точно у нас вот такой. Хитрый. Жесткий. Ужасный. Да, вот этот уровень сложности, на нем мы играли. Почему на самом последнем так компьютер тупит, я так и не понял. Сейчас мы, короче, будем проверять в этот раз за расу другую. Нормалинов поиграли, но, к сожалению, опять же не удалось. Альянс Танников. Забавно. Выбираем опять же все те же расы. А почему я все те же расы выбираю? Народ, потому что это намного лучше и удобнее. Так, репликаторы нормалины и один с трех раз, если я не ошибаюсь. Угу. Настройки все те же самые у меня. Ну что, поехали! Попробуем после загрузки. Ну, надеюсь, у меня все получится, потому что, ну, да это уже ни хрена не смешно, если честно. Так, все, загрузились. И как у нас выглядит наш флагман? Слушай, красивая раса такая. Так, в общем, да, здесь у нас просто мод стоит. Что нам сейчас нужно будет? А нам нужно будет сейчас... На, пусть наши исследователи полетят зад вперед. Тайсон сферу. Наверное, ладно, неважно. Сейчас игра протупливать будет, как всегда. Конечно, пока жестко тупит. Так, у нас есть торговый порт, культурная хренотень и орбитальный завод. Ну, все как всегда, в принципе, ничем не отличается. Ага. Ясненько, прекрасненько. Раз. Два. Так, немножко исследований уже будет, хорошо. Так, ну исследования, в принципе, у них, ага, по торговле довольно-таки маловато, однако, будут. Альянс. Понял, так. Во-первых, раз, во-вторых, два, в-третьих. Есть, так, где у меня тут всякая хренотень под названием ген улучшенный сбор. Скорость роста населения тоже пригодится. А... Где у нас, блин, захват в мою дивизию планет, простите. Хороший вопрос. Я думаю, это тяжелый будет ответ. Интерфейс тоже, хрен че увидишь.
колонизировать кто из вас умеет? Как всегда, третий. Вот что хорошо, здесь хотя бы очередность и порядок не сбивается. Погоди-ка. Авианосец, сиренец. Так, каждая раса здесь уникально получается, да? Погоди, а что это у нас культура сама собой начала расти? Вот это интересная раса уже, то есть они по-другому играют. Серьезно? Минус 5% снабжения флота, это хорошо. Да, не грызи меня. Так, здесь у нас что? Увеличенный урон тоже нужен будет. Честно говоря, не знаю, какой черт не этот корвет уничтожения двигателей. Так, снижение массы. Окей. Ангар обороны. Тут и тоже полезная штука. Так, замедлитель прыжка. Это ерунда все. Так, ты исследуйся. По бабкам у меня хоть какие-то исследования есть. Утилизация. Так, рост скорости разборки, возврата средств. Угу. Снижение стоимости ресурсов. Лады. Research complete. Пошел подполье. Let's get it on. Так, я смотрю, у нас флагманы. Research complete. Нехило. Research complete. Ты сейчас серьезно? Флагманы тоже тут разные, однако. Так. Это ремонт корпуса, а вот по щитам тут походу ничего нету. И броня минус 3. Я даже не знаю, насколько это полезно, вот в чем проблема. Так, здесь у нас что? Усиление оружия? Нам колонизатор дает 6%. Сейчас серьезно. Чувак, ты точно колонизатор? Удивил меня он сейчас. Так, скорость установления корпуса, ремонт корпуса в секунду. Значит, дредноут у нас может себя мощно хилить. Так, скорость установления корпуса. Да, конечно, здесь немного странно все. Он себя может хорошо ремонтировать, но это все. В принципе. Ладно, восстановление щитов, тогда флагман у нас будет хилером, что еще можно сказать? Больше тут нечего, блин, говорить. Так, ну для начала... А, у нас тут же простые вещи. Поехали. У нас производственный бум будет, в принципе. Ну да. Так, а у нас здесь будет любопытная довольно-таки система, походу. Так, но мне нужно будет как минимум 10 разведчиков. Они идут и следуют. Let's go.
я вспомнил, что я хотел. Я хотел заменить пиратов на корабли теней. Да, кажется. Так, короче, я переделал некоторые вещи. Поставил вместо пиратов вместо репликатора поставил теней. Кстати, лаги вроде как поменьше стали. Ладно. Вообще-то где мы сейчас? А, с другой стороны. Так, что мы можем подизучить, дорогие товарищи? Так, хорошо. Поехали дальше по исследованиям. Ну что ж, что еще можно поставить-то интересного? Больше ни черта. Ай. А вот максимальное количество населения, увеличенное количество, это мне пригодится. Но я пытался найти... Гарабароны. Да, слушай, это будет небольшой проблемой, походу. Our module has been completed. Our module has been completed. Я за вас рад. У нас минус один. Какая прелесть. Прям прелесть ярая. Так, ну да, ты у нас будешь супер-ремонтник. ДПСер с тебя неплохой выходит. Что он может сам только... А, он не сам хилится, он остальные хилит. Ха-ха-ха. А вот это прикольно. Так, скорость восстановления корпуса, постройки кораблей, движение планеты. Ну это... Даже не знаю, что и сказать. Странно все. Let's get it on. Research complete. Делаешься там. Research complete. Research complete. Половинчатый ты наш. Ну что, кораблики выглядят довольно-таки, кстати, прикольно у них. Больше на земные похоже. Да, твою дивизию, это реально такой корабль? Блин. Я думал, когда он там свои части собирал. А, понял. Появилось. Забавно. Так, ладно. Урон в секунду. Research complete. Да, очень это странно, как бы. Never a wrong step. Нет, все-таки он на себя. Урон он... А, вот, он себя хилит только вот этой хренью. Ну я за тебя, чувак, рад, но мне нужно что-нибудь, что позволит нам не тебя хилить одного, а других. И это вот проблема, боюсь, будет. Ладно, это пока временно, в принципе. Хилеров нету. Может, у вас ХП побольше, чем у остальных, дай-ка я взгляну. Хотя, кстати говоря, да. 4-2, да ни хрена. 3-1. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Research complete. Все пока очень странно, я так мягко выражусь, если никто не против. Плевать мне на отношения других рас. Пусть они хоть развиваться как-то научатся. Непонятный скилл для меня, замедление прыжка. О, да, да, конечно, обалденная вещь. Так, тогда тебя изучаем. Тебя. Ну, увеличение урона, кстати, вот это вот не повредит. Давай посмотрим, хоть как они там стреляться будут. Умники, японская блоха. Дредноут, ну блин, я вот честно не знаю насчет дредноута, конечно. Брони я у них супер не заметил, но может потом, конечно, ДПС получше. Черт его поймешь, ща посмотрим. Противокладный флот еще надо объединить. Хотя толку от этого сейчас ноль. Хм. Вследствие того, что у них нет ремонтных систем. Если тот флот мы не могли победить из-за ремонтных систем, то этот, пожалуй, проблема номер три. Еще вперед! Дятлики, долбодятлики, и нас строят, конечно. Куда ж надо еще атаковать? А ДПС-то у них получше будет. Сразу скажу. Да, ДПС гораздо лучше. Это прикольно. Так, у них больше антиматерии, судя по всему, немножечко. Ну ладно, урон тогда. Усиление оружия такое себе. Правда, мы больше ничего прокачать не можем. Какая прелесть. Колониальный корабль как Титан, по ходу дела, развивается по 2 очка у них. А, нет, он просто 4-го. Ты он успел? Понял. Что за наглость? Так, пока ничего такого супер особенного, конечно, нету. Но ДПС у них явно получше. Так. Вообще, мне это изучать или нет, это интересно. Нашему флагману скорость поворота. А, так он еще и урон дает? А, он еще дает 525 урона. В этом радиусе, да? О, как интересно. Да, тогда изучаем.
радиус довольно приличный. Так, планету мы захватили, вам, ребята, один общий флот. И вот вперед сюда. Так. Угу. Ставим здесь, ну, две лаборатории только выделенность поставить. В принципе, мне этого должно хватить. Вполне, по идее. Так. Где наша эта хренотень? Так, броня. Оп-оп. Тут как ни крути, им броня нужна будет по-любому. Я пока не замечаю у них сильных сторон таких. Генераторы. Прирост энергии. Да-да, вот это вот надо. Это у нас... увеличенный урон опять же. Да, у них по ходу дела урон будет посильнее, чем у кого-то либо. Боевые дроны. Интересно. А теперь вот ты иди сюда, да? Вот хрен мне. Еще одно надо исследование. Здесь нужно 8. 4 строения, боевая лаборатория. Да, блин, зараза. Дорогой кораблик. Попробуем, короче, здесь как-то этой расой повыживать, блин. Хотя выживает только у меня тут отсюда пока что. Текс. Подняли орбитальная коммерция, торговый узел. Не очень я его люблю. Имплантанты. О. Хорошо. Пока временно усё. Правда, втроём они там не смогут потянуть следующую зону. Хотя не факт, слушай. Исследование хотя бы завершим, если еще две базы по лабы поставим, посмотреть надо, короче. Ну, я смотрю, здесь что-то ком как-то подтупливает жестко. Артефакт даже есть. Панцирь. Research complete. Они тут планету тоже атаковали, молодцы. Хорошие истребители-то. И бомберы. Да, у них мощные бомберы, вот в чем прикол. У них хорошие истребители, смотри, как они сжирают его. Вот и ответ. То есть, куда нам надо тут... мельтешиться. Так, это у нас что? Храбрость. Не знаю, что это пусть будет. Research complete. Research complete. I will light our path. Let's get it on. Purge the unjust.
Так, это мне не нужно пока что. Research complete. Research complete. Да, дредноут. Кроме как себя подхилить. Research complete. Мало чего можешь. Не знаю, может он что-то сможет нам предоставить хорошее, я что-то пока сомневаюсь. Но походу да, у них реально истребители очень довольно-таки сильная вещь. Крейсер. Planetary development complete. Research complete. Так, поставим на изучение. Research complete. Understood. Я вообще, насколько понял, тут вообще им не надо изучать. А, нет, смотри. Колонизация есть. Но у них она какая-то маленькая, блин. В принципе, могу сказать, что ненужное получается. Planetary investigation failed to find anything of value. И нужно здесь сколько? 90. Ну как, кстати говоря, на всех кораблях колониальных. Очень странно это вообще. Нахрена на колониальном корабле 90 энергии, чтобы захватить. Могли бы это и не делать, ну ладно. В принципе, сделали. Не так и плохо, не так и хорошо. A new planet has joined the alliance. Additional crystal is required. Planetary investigation failed to find anything of value. Теперь давай взглянем, что мы можем новее подизучить нашей бухты и барахты. Изучаем. Research complete. Тоже изучаем. Кстати, железо давай немного продадим. Что-то мне вот до хрена и толку нифига. Это есть. Что у нас скорость распространения культуры? Сейчас мне это не нужно. Так, мороз, стойкая кондиция. Обалденно. Research complete. Земная эволюция. Не, ну это надо. Просто это немного странно. Так, доход. Сбор обломков. Research complete. A module has been completed. Это вот фигня нужна будет. Так, что нам еще пригодится? О, рост цен товаров. Круто. Нафиг, правда, нужно? Ну ладно. Research complete.
Так, ускоренные прыжки, кстати, мне пригодятся. На тот случай, если мне надо будет делать свалинг. Что-то полезная вещь. Личные эскадрильи. Это ангарная оборона. Мне от этого, в принципе, сейчас ни холодно, ни жарко. Вообще никак. Но по вооружению надо все равно мне пробздеться. Здесь пока недоступно, но вот здесь мне есть что подизучакать. Отлично, ХП у нас будет уже побольше. Разберемся немножечко со щитами. Также напомню, у меня стоит еще мод Super, этот, AL Expanded. Посмотрим. А что-то мне кажется, что компьютер так тупит, что дальше ехать некуда. Ну, население тут такое гигантское, что просто застрелиться хочется уже. Research complete. Research complete. Торговый порт я хоть поставлю. Да, по доходам, конечно, это раз просто. Я промолчу. Research complete. Research complete. A module has been completed. Так. А где у нас тут вообще титан должен строиться? Вот у меня сейчас такой что-то вдруг резко возник вопрос. Ответ верный. Хороший вопрос. Он тут вообще, блин, есть. Оборону устрою, ты мне лучше объясни. Тут вообще надо что-то изучать по титану. Что-то мне начинает терзать смутное сомнение, что походу вообще не надо. Достаточно Погоди, мне не надо здесь изучать что-то по титанам, потому что здесь они есть без изучения? Да ни хрена себе. Вот это номер. Понятно. То есть она раньше может титана произвести, это раз. Любопытно. Я не скажу, что это, конечно, так супер круто. Постройки свои уникальные на каждой расе. Для каждой расы это, конечно, нечто. Даже ванильный мододел... разработчики не хотели делать. Вот смотри, мододелы что натворили. Да, конечно, половина, я согласен, сперт из других, но это не важно. Так, что у нас там? Могучий корабль, который специализируется на поддержке дружеских флотов с помощью защитных способностей. Вау! Они даже, блин, по ХП и всему... Да, по ХП они, в принципе, не отличаются.
Но это покрепче будет, да? Мощный военный корабль, да, но с большим количеством боевых спецспособностей. Research complete. Так, мне нужна поддержка. По-любому, тут слот такой, что без поддержки, боюсь, ему трындец будет. Так что да, будем ждать поддержку. Чтобы поддержать себе штаны. Хотя чувствую, это вряд ли нахрен получится. Но выбора нету. Да, как бы это смешно не звучало. Так, для начала, вот так и вот так. Хотя бы что-то пусть у меня идет, пока в доход. Содержание флота. Planetary development complete. Кожите приколю. Эта раса может иметь не один титан? Ты серьезно? Так, импульсные ракеты — это вообще не титан. Тяжелые зенитки. Погоди-ка. Мы можем этой расе заказать ни одного титана? Ты сейчас серьезно? Сколько там времени прошло? 37 минут. Так, я что-то сейчас реально конкретно завис. Я сейчас, короче, посмотрю, работают ли моды. Но это уже какое-то зверство. У меня не включено, чтобы несколько титанов можно было использовать. Где-то фишка этой расы, что они могут использовать несколько титанов. Издеваешься? Вероятно, нет. Ладно, народ, я на этом сейчас закончу. Продолжим в следующей серии. Planetary investigation failed to find anything of value. А, хотя пауза не работает.